Друзья, приветствую! Вы на YouTube-канале «Украина сегодня». Ставьте лайк, подписывайтесь, для нас это очень важно. И прямо сейчас будем анализировать главные новости сегодняшнего дня. Итак, предатель Украины, экс-игрок национальной сборной нашей страны по футболу Анатолий Тимощук пробил очередное дно. Казалось бы, куда уж далее, а оказывается, есть куда. Дело вот в чем. Тимощук передал свою футболку с автографом организаторам аукциона в соцсети Telegram, собирающих средства для, на секундочку, российской армии. Лот был продан за 700 тысяч рублей, это примерно 7,5 тысяч долларов, и вырученные средства, что самое главное, будут направлены в Курскую область для поддержки армии врага. В сюжете расскажем подробнее об этом предателе Украины, а далее все детально обсудим в этой студии с Игорем Цыганыком. Предатель Украины Анатолий Тимощук снова в центре внимания. Всем привет, я Анатолий Тимощук. Экс-игрок сборной Украины по футболу продолжает помогать российским оккупантам. Патологический предатель. Вот в нем это было, гниль. И она вылезла наружу. На этот раз он передал футболку питерского «Зенита» со своим автографом на аукцион, средства с которого пойдут на помощь Курской области и российским военным. Лот был продан за 700 тысяч рублей. Это почти 8 тысяч долларов. В большой семье не без рода. И в нашей украинской семье среди миллионов-миллионов людей нашелся урод, причем знаковая фигура в спорте, в футболе, Анатолий Тимощук, который сейчас донатит на убийц украинцев и делает сознательно. 45-летний Тимощук – уроженец Луцка. Когда-то он был рекордсменом по количеству сыгранных матчей за сборную Украины. На его игру приходили посмотреть целые стадионы. Я очень давно знаю, и как все журналисты спортивные, часто, когда Анатолий был человеком, был патриотом, был украинцем, был. И уже не будет. Так его знание українського язика все ж таки, людина народилася, виросла в западних регіонах України. І це було очень-очень приємно, коли толково, хорошо вів, з ним можна було вести інтерв'ю, з ним говорити. Ну, це давно. Только слава в Украине для Тимощука уже в прошлом. В глазах всего народа он остается предателем. Сейчас же Тимощук работает помощником тренера в санкт-петербургском «Зените». Важно то, как ты себя ведешь. Это пример для других, и то, как ты относишься, и все остальное. Кто-кто, но Тимощук так точно не пример для подражания. После начала полномасштабной войны России против Украины Тимощук никак не осудил действия страны-агрессора и продолжает им всячески помогать. А еще, когда началось полномасштабное вторжение, и в санкт-петербургском «Зените» Анатолий там высказывался уже, так сказать, нейтрально, подло. Мы с друзьями, и он нам давал футболки на гималайскую экспедицию, в которой мы играли в футбол на заоблачных высотах. И эти артефакты привезли в музей. Музей футбола, первый частный музей в нашей стране, в Поляниця, село Поляниця на Прикарпатті. Так от ми з друзями в той же місяць, прямо після початку вторження, це все під камеру забрали і вибросили ці артефакти. Анатолій знає об цьому. І сказали, що ти вже лишен корней. Нет, у тебе нет родини. Ну, а ми всі українці забудем о том, что у нас в спорте, в футболе был такой Анатолий Тимощук. Тимощука лишили всех титулов, наград, почетных званий, тренерской лицензии и пожизненно запретили заниматься футбольной деятельностью на территории Украины. Позже Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел персональные санкции против Тимощука сроком на 10 лет. Да, он изменился. Изменился сразу почти после того, как бросил семью. Как укоренился там, в Кацапе, как начал зарабатывать там деньги и заякорился, как говорится, на этом. И там он будет использован, и там его сотрут и выбросят, как использованный, так сказать. Ну, это судьба всех предателей. Больше про футболиста-предателя с украинскими корнями смотрите в нашей студии.
Друзья, ну что ж, прямо сейчас к нашему эфиру присоединяется спортивный журналист, телеведущий Игорь Цыганок. Игорь, приветствую, спасибо большое, что нашел время. Да, привет, Володь. Я посмотрел сюжет, я очень... Пожалуйста, вопрос хочу тебе задать. Не секрет, что с тобой часто видимся по рабочим моментам, обсуждаем какие-то даже футбольные моменты, но вот тему предателя Украины Тимощука вот как-то так не складывалось. Наверное, даже не очень нам хочется об этом говорить. Скажи, пожалуйста, ты как человек, который в спортивной журналистике видел все. Вот когда случился у Тимощука этот перелом, скажем так? А вот я же как раз хотел сказать, вот я посмотрел Валентина Васильевича Щербачева, для меня он, мэтр украинской спортивной журналистики, человек, который много лет работал и на центральном телевидении в Москве, и на украинском телевидении. И дело в том, что он сказал хорошую фразу. У него поменялось все, когда он бросил семью. У него была очень непростая история. Он был влюблен в свою жену, они встречались, они с одного города, с Луцка, Надежда, ее звали, мы были очень знакомы, у них долгое время не было детей. И только в Германии у них родились две дочери. И я не понимаю, как человек, который может бросить двоих детей, маленьких, с женой, оставив без средств, потому что он вообще ничего никоим образом там не помогал, это для меня что-то ненормальное. Это случилось после того, как он вернулся из Баварии в Россию. То есть он отыграл в Баварии это несколько сезонов, а потом вернулся в Россию, хотя, сначала в Казахстан, а потом уже в Россию. Хотя, когда в 2017 году у него была возможность работать в Федерации футбола Украины, и он всеми силами рассказывал, что я буду работать в Федерации, я хочу вас вернуться. Но как только его поманили в «Зенит», он сразу побежал туда и полностью отрубил от себя вот эти все связи. Ну а человеческие качества, о чем мы можем говорить? Человек бросил семью с двумя маленькими дочерями. Это плохо. Вот этот момент для меня он и стал таким ключевым. Действительно, человек, который предал свою семью, может предать свою родину. Понимаешь? Да, Володь, понимаешь, для меня очень обидна эта вся история, что мы, в принципе, он 79-го года, я 80-го года рождения. То есть мы проходили футбол практически вместе. Я как журналист, он как футболист. Мы пересекались на всех разных соревнованиях. Мы очень близко знакомы. Очень близко. Мы вместе там дружили, мы созванивались друг с другом, там поздравляли с днем рождения, с разными праздниками, мы встречались там на матчах, я брал у него много раз интервью, мы были вместе на выездах со сборной, понимаешь? То есть я даже хочу сказать, что один раз у него он потерял вот эту повязку, которую он очень там, желто-синюю, которую он всегда там носил на голове, потому что он так рассказывал, я патриот, я там то, я там все. И так мы, по-моему, всей журналистской братьей где-то на каком-то выезде искали вот такую же повязку, потому что он отказывался ходить на игру. Но это все было наиграно. Он не патриот, он все за деньги. Дело в том, что он в России укоренился, у него там бизнес. Он, по-моему, какой-то, насколько я помню, рассказывал, что он какой-то купил франчайзинг на какой-то какие-то закусочные, которые он построил очень много, и туда вкладывал очень большие деньги. У него там новая жена, которая у него тоже очень много денег она потребовала, и которые она тоже вкладывала какие-то свои бизнеса. Там даже появлялась какая-то информация о том, что он вообще уже начал сотрудничество с ФСБ, потому что когда он стал капитаном «Зенита», капитаном лучшей команды России, там по-другому просто нельзя. То есть, понимаешь, там это страна, где ты попадаешь в какое-то такое зазеркалье. И это зазеркалье, оно, наверное, тебя засасывает. Я никоим образом не хочу оправдывать Тимощука. Наоборот, я хочу сказать, что он, кроме того, что он предатель, он еще коллаборант. Можно быть предателем, но не сотрудничать. А он еще и сотрудничает, понимаешь? То есть он человек, он сознательно это делает. Я семью его хорошо знаю. Я отца знаю, маму знаю хорошо. Мы когда-то встречались с ними, это точно так же. Они из Луцка, они украиноговорящие. То, что там рассказывали, что он пошел там в тероборону первые дни, это неправда. Никуда он там не ходил, его отец, насколько я помню. То есть для меня это катастрофическая ситуация. Как лично для человека, который знает этого человека. Который, это большое-большое разочарование. И вот, знаешь, важно подчеркнуть, что на самом деле это осмысленный выбор человека. Да, не тот случай, когда, знаешь, там человека взяли в заложники, осмысленный выбор. Это действительно Осмысленный выбор. Понимаешь, я помню первые дни войны, Володь,
Там было много людей, которые там оказались в таких, ну, приблизительно такой же ситуации. Я созванивался с Максом Калиниченко, который первые дни там выехал с семьей в Испанию, сказал, что он никогда не вернется в Россию больше. Я знаю Андрея Воронина, который первые дни войны тоже выехал, сказал, что я больше туда не войду. Конечно, даже Ракицкий, тот же Ярослав Ракицкий, который тоже сказал, что типа я больше никогда не одену футболку «Зенита», взял и уехал, играл тут, и еще, наверное, может, будет продолжать карьеру, может, уже не будет. Ну, то есть, понимаешь, есть люди, которые там, ну, я не хочу их тоже оправдывать и давать им вообще какую-то оценку их действия. Но они как-то поступили, и они, у меня к ним осталось чувство уважения. А вот человек, который этого не может сделать, который там не хочет это сделать, потому что, ну, все были в одинаковых условиях, но вот он отказался. Воронин тоже помогал тренерам московского «Динамо», мог остаться работать и работать долго еще. Причем, что да, они с Тимощуком, поверь мне, послушай, я тебе хотел сказать, Воронин с Тимощуком — это лучшие друзья. Вот самые лучшие друзья. Вот они в сборной Украины были самыми лучшими друзьями. Они постоянно вместе, они друг друга, они одного года. Они играли все за молодежную сборную, за национальную сборную. То есть это действительно близкие люди. Вот, вот оно как по-разному оно происходит. Да, и жизнь показала, кто есть кто. Игорь, и вот знаешь, напоследок, что хотел спросить? Опять-таки, учитывая то, как работает российская машина и пропагандистская, и ты знаешь, футбольная машина российская, она ведь тоже, по сути, пропагандистская. Методы ФСБшные, они одни везде. Скажи, пожалуйста, а как ты думаешь, вот по большому счету, после того, как война закончится победой Украины, можно ли говорить о том, что предатель Украины Тимощук станет ненужной там, за поребриком цивилизации? Ведь предатели, говорят, я слышал, не любят нигде. Не, ну, это известная история, понимаешь, потому что если ты предал раз, то ты предашь обязательно второй раз, третий раз, четвертый раз, пятый раз, это не имеет значения. Смотри, Тимощук — это человек, который, ну, недостоин своей родины, понимаешь? То есть он недостоин тех мест, где он воспитывался, тех друзей, у него нету прошлого. А у человека, у которого нет прошлого, у него нет будущего. Его просто нет. Оно может быть... Понимаешь, как бы вот мы там много тоже... Мы проживаем какую-то жизнь и хотим все время как-то вернуться к истокам. И мы очень бережем вот эти истоки. Мы относимся хорошо к тем людям, которые когда-то нам помогали, когда-то в детстве, которые сейчас уже могут... Возможно, они не могут там чем-то помочь, но мы их помним. А у человека нет прошлого. Понимаешь, он отрезал все. И если у человека нет прошлого, то он автоматически не имеет возможности адекватно воспринимать будущее. Поэтому это очень глубоко. Но нам надо забывать этих людей. Просто забывать. Они нам не нужны. Мы строим новое государство, мы строим новую какую-то свою историю. Тяжелую. И, наверное, те люди, которые, знаешь, как бы сейчас страдают от того, что они теряют близких, они теряют родных. Это они заслуживают на то, чтобы мы о них больше говорили, им больше помогали. Понимаешь, чем те люди, которые там ведут себя вот таким образом, как Тимощук. Вот что, как бы я считаю, надо сейчас делать. Да Тимощук, ну, Антон, ну что, все. Ну, в данном случае, ты знаешь, мне кажется, эту фразу можно вынести таким лонглайном жизненного пути Анатолия Тимощука. Игорь, ты знаешь, вот редактор... Я просто продолжил то, что не хотел сказать Валентин Васильевич. Он все-таки воспитанный, старший человек, я его очень уважаю, но все-таки фразу надо иногда закончить. Я решился. Валентин Васильевич Щербачев – это отдельная эпоха украинской журналистики, естественно. Игорь, вот редактор трансляции просит задать тебе последний вопрос. Скажи, пожалуйста, вот эта история с футболочкой за 7,5 тысяч долларов, как ты думаешь, это как бы политика партии была, или это личная инициатива, или это симбиоз? Это симбиоз. Я тебе объясню, понимаешь, для них важно, чтобы были какие-то люди. Почему мы говорим только о Тимощуке, а по Вали мы не говорим, которая поет украинские песни где-то на каких-то и рассказывает о том, что она украинка, и вот мы страдаем тут. Ну, да пошли вы все, ну, далеко. Мы не страдаем, мы живем. Понимаете, есть хорошие слова, там, знаете, мы своей жизнью платим за то, что мы плачем и живем, понимаете, своей жизнью. И это как бы для Российской Федерации, насколько я понимаю, что для них очень важно, чтобы были как бы какие-то вот как бы связи вот эти, чтобы показывать, что, ну, как бы то, что нам впаривали вот эти последние там 8 лет, потому что не все однозначно.
Понимаешь? И поэтому они выдергивают украинцев. Они действительно заставляют их, но эти за милую душу, за 30 серебряников готовы продать все. Я просто когда-то общался с Павлом Зибровым. Он был очень дружен с Повали. Очень дружен. Он сказал, что он просто отрезал для нее, потому что ну, он даже не хочет о ней говорить, не общаться, ни о чем. Понимаешь? То есть люди за деньги. Люди берегут свой живот. Свой желудок. Это действительно так. Игорь, спасибо тебе большое за эту беседу. Знаешь, я в конце хочу сказать только одно. Я очень надеюсь, что когда будем с тобой общаться в следующий раз, у нас будет более приятная тема для намного, беседы. Рад был тебя видеть. Спасибо большое. Я рад был, Володя. Хорошего эфира. Спасибо. Игорь Цыгарок, спортивный журналист и телеведущий, присоединялся к нашему эфиру.